Выглядит жалко. Кто жалко будет? Ты жалко. Почему мы на такой фоне находимся? Чё, это 10 на 10? А? Ну, жалко выглядит. Почему мы на этой карте? Ну, это случайно как-то. Нахуя нам? Ну, но тут 10 на 10 же. Нет, не нравится. Понятно. Фу, видно. Ну, ладно. Допустим. Окей. Let's go. Хорошо. Ишь. Понятно. А что? Окей. Хорошо. Допустим. Ничего хорошего. Фига, мне только не понравился. Пинг у него подрось бедненький. А то, что я там сколько, 2 дня хуяры с пингом сотка, тебя не смущал. Нет. Сейчас у меня 49 хотя бы. 48, 47. Нихуя. А может, может я поделюсь там это... Иди нахуй. Почему? Мне бы вернуть свой 20 пинг для начала. Почему? Ну поделись. Это было бы очень жаль. Ну что, тебе жалко, что ли? Я хочу с тобой делить. Да. Я потом, я потом тоже купи поделюсь. Себе сам свой. Я потом тоже поделюсь с тобой. Да у тебя меньше и не будет никогда. Блин, обидно. Ты же сам говорил, у тебя всегда такой. Нет, у меня когда-то 40 был. Когда-то 40 это был. А у меня 20, когда это был. У кого лучше? У тебя... Ценила я те моменты, когда мне был пин 20. Блин, мы 200. А не 160. У меня 50. Это я тебя заразила своим пингом. Да, у меня большой пинг сейчас. Ай, сегодня 2 мультика посмотрела. Хорошо. Каких? Вот гандон. Калф. Эй, калф. Оп. Кто-то умер. Умер. Так вот. Да блин. Да. Но никогда не поздно поделиться пингом. Это же добро делать. Да, видно. Тебе отдать мой пинг? Да. Поделиться? Давай я тебе 20 скину. У тебя нет, будет 250. Нет, я скину и пожалуйста. Не, спасибо. Кажется, это заманчивая идея. Блин, меня бот убил. Она мне нахуй не нужна. Эх, я пытался. Плохо пытался. Надо было. А, лучше. Не задний, не тоже. Типанута. Он все равно все. Как это работает? Вот так вот работает. Вот так вот, называется. Вот так вот. Вот там чьи-то самолетики полетели. Собаку мою убила, сука. Вот гандон. Да, и не говори.
Крэш. Убить надо за такое. Голову с плеч. Мой вертолет взорвали. Вот скотина. Вообще, он даже никого не убил толком. Да нет, он вроде кого-то убивал. Правду сказал. Ну, я не помню такого. Ну, я по килл-чату видел там. А он обманывать не будет. Я не помню. А мало ли. Тебе откуда знать? Может, он возьмет и обманет. Скажет, ха, я тебя наебал. О, жетончик. Не, ну сегодня утро охуенное, конечно. Смотришь, киллы выходят. А я последняя сдохла. Смотри, это я. Через стену? А, не, я уж думал, через стену умрешь. Нет. Сказал бы читер. Прыгаю, стою. Пытаюсь перепрыгнуть через забор. Да, я его тоже смотрю, думаю, почему нету разминки. Не добавили? Я думала, разминка. Это он ножиком прожился. Где? Где? Где-то там ну, впереди у тебя. А, не, сзади, сзади. Ой, крови. Я спас тебя. Меня? Да, он ножом хотел тебя. Я подобрала. Ножом хотел убить супостат. А я что-то не вижу. Вроде 10 должно быть, но что-то я вижу мало противников. Хотя в центре нахожусь. Хотя, может, твой вертолетик там забирает или чей там вертолетик? Да, мой вертолетик. Да. Я просто смотрю, на вертолетик забирает. С одной стороны. Мой вертолетик. Твой. Никто не мой вертолетик. Слава богу. Это мой вертолетик. Дай. Да ко мне можно его трогать. Тебе его прям трогать. Так как это мой вертолетик. Ты его обслуживаешь. Да. И это мой питомец домашний. Хрена себе. Понял. Какой для него. Вот гандоны, блядь, взорвали мой вертолетик. Пидоры. Вот вообще пипец. Я тут с каким-то челиком стою. Где вертолетик? Отстреливаюсь. А там где-то ПВО, и? Наверное, есть. А нет, только у нас ПВО есть. А не вон вертолетик. Фига там просто очей. Массовое убийство из 4 человек. Ты там полегче. Конечно. Ай-яй. Не беспокойтесь. Мы вертолетик опять взорвали. Ну ладно, я еще один вызвала. Я подмогу вызываю с воздуха. Сейчас. Это ты? Да. Мой вертолет взорвали. Не, я не взорву. Вот блин. Да мой вертолет уже взорвали, не ты. А-а-а. Сейчас отомщу за него. Ну это же давали. Щуки. Гандоны. Холоком набью тут. Вообще. Как они посмели вообще? Пидор. Бессердечные. О, меня люди. Только сейчас убили. За да ты чё? Да, меня только сейчас. За всю катку только сейчас убили. Да. Сколько я стоял? Не верю тебе. Я тоже не верю. Опа-на. Двоих. А.
Ладно. Спокойно, причем. Да, блядь, как тут убивать на дальней дистанции, когда они у тебя сзади находятся? Нет, они не сзади, они с одной стороны все идут. Они сзади! Так надо стать меня! Так, чтобы... Так ты не давай, чтобы они сзади стали. Вон, вот сюда, наверх. Так зайди. Нихуя себе! О, фига. Слушай, я тут ой, нормально на дальней дистанции. Вон, вот отсюда я на центре стою, я уже на дальней дистанции. Мы там были! Сверху! Гандон. Хуйня! Ваша карта это. Ух, там сколько людей идет. Ой, ботов. Мне надо турель ставить, да? Нет. Катан, выгляни. Я не хочу выглядывать, я сейчас тут в огне. А, блин, меня убили. Вторичная помощь. Брат, иди нахуй! Ты вообще тут никаким боком не влез. Иди со своим РПД. Ты мешаешь мне воевать. Да. Ты мешаешь мне. Уйди. 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 Ты где? О, спасибо. Он, видимо, на Нилыч. Походу, они с твоей стороны. Ну, на русский. Нет? Воу, воу. Фига, он косой. Пусть идут, я жду их. А с твоей стороны там не идут? Да никого нету. Да, вон один идет. Никому я не нужен. Ну, блядь! Только отвернулась, меня убили. А ты не отворачивайся. Блять, ты сказал, что они с моей стороны. Я повернулся с той стороны, где, стороны, куда они подходят ко мне. Потом я стала ждать долго, отвернулась убить кого-нибудь. Меня моментально убили. Да, ты гандон. Все решено. Рада, что мы с тобой согласны. Что мы с тобой сошлись на одном мнении. Да, там не два мнения, а одно. Да. Кушать хочу. А, куда? А где все? Я смотрю собака! Чисто. Ты а, одна собака. Тут чисто мои все. А там убийство под стену? Да. А, меня подожгли сзади еще. Оу, как романтично. Пацаник, съебись отсюда. Тебе оно не надо, блин, брат. Капец, оно мутит, конечно. У меня ботинок кал мой килл. Обидно. Что еще может быть обиднее этого? Да блин, а, меня опять снайпер снял. Опа. Нет. Нет. Да. Опа. Опа. Америка. Блин, ребят, вас слишком много. Я всех не успеваю как убивать. Как мило. Да. Как мило. Мне гранату кинули. А, и убили. Да, меня тоже убили в этот же момент. Даже... В тот доме, где я стояла, кинули гранату. Я когда начинала убегать, меня застрелили. А там это уже был, граната была отвлекающим маневр. Она вот тут была. Вон там. Из другого дома. Да. Уже. Я в курсе. А. Да. Да блин. А, с Медекса так. Потихоньку, не спеша. Хуячу издалека. Блин, там слава богу, не на меня ракета это пролетела. Повезло. Конечно.
Хотя сначала да, она летела на меня. Опять этот снайпер гасит. Что ж такое? Вау. Я забываю. Меня убили. Не забывайся. Да вот стараюсь. Все будет плохо. Блин, вон он. Мне вообще убить 22 всего лишь. И то не, это ничего не на дальней дистанции, к сожалению. К сожалению. Блин, снайпер там... Хотелось бы больше иметь. Сука. Ты наверху ходит. Там вообще с... МХ... С СХ-9 разносит кто-то. Ай ты, пидор. Слов на тебя не хватает. О, потом. Нашел снайпера и заганул его. Ой, граната. Помогаю, как могу. Блин. Гашу. Все. Ненавижу приходить тогда, когда граната взрывается, как раз тогда, когда я только замечаю ее. Это чисто я. Капец. Это дебильные тайминги ваши. Меня раздражают с каждым днем. Смотрите, опа! И мы выиграли. Опа, и мы выиграли. Оп, и все. Все благодаря мне. Ой, смотри, ботинок убил последний. Ой, как он старался. Ой. Ой, я умница. Я уже думал, сквозь стену бьет. Вот, чё ты на меня так смотришь? Вот то убить хочет. Влюбился. Возможно. Кто его знает? А как мне тут-то, блядь, стать? О, граната вырвалась. А духом у меня прям. Вон хорошее место. Ухо оторвало. Да хуёвое это место. Почему? Здесь никто не ходит, ты понимаешь? А вон, например, со стороны... Пиздец, бля. Вон и... Ага, и ты убил его. Вон я... Так я показал, вот. Я, кстати, орлиный глаз получил. Да нахуй, мне я вижу. Я только что орлиный глаз. Молодец. Получил. А я нет. Получишь. Отдай мне его. Ну ты сейчас пиздюлей получишь скорее. Их тоже. Да, такими темпами я заебусь сделать этого шарлини глаз. Сделаешь, не волнуйся. Ты сделаю, конечно, через годик. Это как а шутки про прошлогодний годик? Хлеб будет актуален? Это уже old... вроде всегда актуально. Old тема. Он уже актуальная тема всегда. Не стареющая. Печально, что хлеб не стареет, а человек стареет. Хлеб тухлый. Тухлеет. 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 Кушать хочу. Но я в другой стороне стою, хочу. Вообще, я могу пойти подрать себе покушать. Мне вообще пофиг, я все равно не ем то, что не приготовлю. Но я за компанию же буду кушать. А там грибы с беконом и еще что-то будет. Бекон ем, грибы не ем. Вот, поэтому... Хэ. Ну там вроде пюре будет с чем-то. Его съем. Если не наемся, у меня есть чего пожевать. Хорошо. Оп.
Оп, оп. Как трудно жить, когда ты нихуя не жрешь. Ну как вкусно нихуя. Привередливая. Вот так ем нормально. Опа. Еды мало, которые. Почему они ботинками? Да, походу это одним ботинки. Мало чего нравится. Мало того, что хочется есть. Я сегодня утром кушала спагетти с сыром. Ну хорошо. Да, я съела то, что хотела. Вчера было впадлу кушать. Я там пока допереписывалась с человеком. Потом уже так когда в пизду умели. Человек важнее еды. Человек важнее еды. Умру и не жалко. О, это бот. О, у нас люди были. А, не, это человек. Финка он убивает. Amazing.